Уже не первый год фестиваль «Пестрый тюльпан» дарит жителям и гостям областного центра шанс открыть для себя новые грани классической музыки, прочувствовать ее вместе с талантливыми исполнителями. География участников с каждым годом расширяется. В 2019-м фестиваль не только зазвучит, но и заиграет яркими красками. Впервые в рамках мероприятия пройдет опен-эйр, проведет который художница из Милана Марина Камински. Он планируется в День защиты детей 1 июня, на Советской улице, я думаю, что это будет в районе кинотеатра «Беларусь», будет происходить прямо живьем, рисоваться картина, посвященная, скорее всего, тысячелетию города. Она согласна провести в дар городу перформанс бесплатно, без гонорара. Ей сопровождать перформанс будет джаз-группа из Германии «Greyhound Band». Они тоже без гонорара в честь 30-летия побратимских связей, конечно, такого значимого события, как тысячелетие. Организаторы проекта «Пестрый тюльпан», представители музыкального культурно-просветительского учреждения Art International при поддержке горосполкома, академического театра драмы, дипломатических представительств Польши, Германии, меценатов в год тысячелетия постарались сделать программу максимально насыщенной, интересной и запоминающейся. Посетят форумы коллективы городов-побратимов. Искусство в этой инициативе стало силой объединяющей, вне зависимости от территориальных границ и музыкальных предпочтений. Это вот на самом деле исключительно для брещан, так как мы тут живем, поэтому хотим, чтобы брещане тоже увидели, скажем, уровень, как в Питере, в Москве, в Берлине, Рига, да, именно вот с этой точки зрения вот решили обрадовать брещан балетом. Но не только балет в афише фестиваля. Ценители искусства ожидают встречи с камерным оркестром Михайловского театра Санкт-Петербурга, Латвийским национальным театром оперы и балета, с немецкой вокалисткой Сабиной Эссих, артистами группы Bester Quartet и многими другими. Ознакомиться с афишей фестиваля уже можно. Она доступна на информационных интернет-площадках. Начните лето с хорошей музыки.